стараемся очень тесно взаимодействовать с клиентом и в соответствии с его техзаданием даем рекомендацию, что именно ему нужно для переналадки. То есть, возможно, барабан стандартный, допустим, идет 125 мм. Возможно, какие-то проточки в барабане под конкретные этикетки. То есть, возможно, один барабан идет на все этикетки, но при заказе у нас машины мы стараемся сконцентрироваться именно на тех заданиях, чтобы человек не переплачивал, допустим, за дополнительные барабаны или там еще за что-то. То есть, возможно, просто нужно сделать немножко другую бутылку, и в этом случае у него один станок будет работать на всех форматах. То есть там, возможно, будет и 2, и 3, и 5 форматов. Потому что барабан, удовольствие довольно дорогое, плюс замена.